Короче, кто спрашивал, как называется наш корабль? Наш корабль называется «Виртуоза». Это итальянский корабль, красавчик просто. Внутри, чуть позже сделаю вам обзор, все покажу обязательно. Просто интернет очень плохой. Естественно, вот если мы в Дубае останавливаемся, то на 3 дня еще будем доплачивать гостиницу и проживание. По сути, круиз — это 7-звездочная гостиница на море, где все включено, ну, кроме алкоголя, естественно. Алкоголь, кстати, можно купить отдельно, как мы в этот раз сделали. Отдельную карточку платишь, определенную сумму мы взяли на 2 каюты. С нами друзья наши поехали. Мы взяли, короче, на 2 семьи эту карточку. Туда входит шампанское, виски, текила. Ну, короче, много-много-много всяких спиртных напитков. Я здесь в основном сижу на просекко. Вот. На питание там есть 2 ресторана. Есть 1 ресторан наверху. Это как буфет. И 2-й ресторан, прям ресторан. И есть, естественно, и платные рестораны. Вот, а все остальное, все развлекухи для детей, там и футбол, и баскетбол, и завтра вам покажу, аквапарк. Короче, большой аквапарк на самом верхнем этаже, на корме корабля, и детская зона там есть, мы с Лунях там целый день провели, она кайфовала. У меня, блин, просто не хватает рук, чтобы это все снимать одновременно. Потому что когда я без нее иду, я телефон забываю дома. Короче, я обязательно постараюсь вам все это подснять и все это смонтировать и выложить. Потому что так, конечно, это не описать. И у меня друзья, которые с нами поехали, они поехали тоже в первый раз. Они говорят, мы даже не представляли, что так можно круто проводить время на корабле. Но я вот вчера прошла почти 9 километров, просто ходила туда-сюда. У меня папа чуть приболел, вот я ему ходила, вчера лекарства заваривала и чай горячий несколько раз носила, и вот находила все это. Поцелуешь? А меня? Ай! А ты? Да больно? А еще?